Делает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня самый знаменательный, самый выдающийся день в истории. Это есть, что он платит налоги. Я сразу решил поздравить его первым, лично. Не думаю, что кто-то взял и осмелился поздравить раньше меня. Конечно, я поздравляю вас первым, иначе и быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья. Конечно же, успехов в труде, если вы не тунеядец. С днем рождения и удачи вам! Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво, на это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться, за ними придут завтра. А сейчас наслаждайтесь салютом. Здравствуйте, Александр. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения!